В год театра Ишимсом пообещали новые постановки. Удивить зрителей собирается единственный в городе синтетический театр. Труппа «Роуз» уже оставила спектакли по произведениям Поля Сартра, Чарльза Диккенса. Сейчас готовит выступление по мотивам книги «Вино из одуванчиков» Рэя Брэдбери. С коллективом встретилась Оксана Павлова. Так, внимание, встали. Сейчас разминочка, музыка. Даже в минус 30 они не пропускают репетиции, ведь ежедневно в будущую постановку вносится что-то новое. Каждая премьера – это продукт совместного творчества, а удовольствие создавать сравнимо лишь с эмоциями зрителей. Мы часто видим, как зрители плачут на спектакле, как они смеются, как они, затаив дыхание, вообще смотрят и сопереживают. И тогда понимаешь, что вот актерская профессия, она лечит души людей. Для каждого из 8 актеров некогда театральное увлечение переросло в профессию. Ксения была музыкальным работником в детском саду, но поняла, что театр ей ближе. И даже будучи в интересном положении, не бросает сцену. Более того, использует это в творчестве. У нас спектакль, наоборот, такой образ получился, и мы решили его навсегда оставить таким. Там я играю жену клерка, помощника скряги. Вот она беременная, многодетная мама. И вот она такой навсегда будет. В репертуаре театра «Роуз» уже 6 постановок, все разноплановые, от развлекательных до глубоко философских. Самой удачной своей ролью Александра Гаибова считает персонажа из спектакля «Ад» по одноименному произведению Поля Сартра. Девушке пришлось над этим много работать. В каждом человеке есть и плохое, и хорошее. И даже при том, что человек попадает в ад, настолько, сколько он плохой, сколько в нем всякой грязи, он все равно пытаешься еще и хорошее в нем найти. Это очень тяжело, это большой поиск. Даже, наконец, мы будем жить. Когда открыто скажем, я свободен. Театру «Роуз» всего 2 года. До этого он 8 лет существовал как кружок при церковно-приходской школе. Профессиональный режиссер Михаил Денисов после 20-летней службы в церкви вернулся в творчество и создал самостоятельный театр. Спектакли, вот они как бы часть тебя, они своего рода исповедь такая, твоих переживаний каких-то жизненных, они выплескиваются на подмостки театра. Способность, это возможность сказать, наверное, театр. И еще театр, это, конечно же, диалог всегда. Вскоре зрителям представят новую постановку по мотивам произведения Рэя Брэдбери «Вино из одуванчиков». Оксана Павлова, Евгений Петько, Тюменское время.